Привет, ребята! Продолжим выпуски с Ураном позапрошлым. Или позапрошлым выпуске. Я сталкивал с Ураном объекты с огромными скоростями. Было 60 тысяч километров в секунду скорость. Так что нам нужно дозавершить, можно сказать, эксперимент. И уже разогнать объект до скорости, приближенной скоростью света. И столкнуть с Ураном. Но это будет объект не просто какой-то там объектик, а будет реальный объект, планета целая, да, который врежется очень быстро. Но этот эксперимент мы проведем в обновленной версии космического симулятора, где при столкновении остаются кратеры. Интересно сделано. Так что приступим уже к совершению столкновения. Вот у нас Уран. Да, он по-другому выглядит по сравнению с предыдущей версией. Интересно. Интересно увидеть в этой версии, что выйдет. Не будем затягивать. Вот могу показать Уран быстренько. Спутники вокруг тут вращаются так. Радиус у нас 25 тысяч с лишним километров. Температура минус 222 по Цельсию. Так. Главное не промахнуться. Бывает и такое. Непредсказуемый этот космос. Выводы разные происходят. И разные столкновения у нас тут. Будет интересно. Так что приступим к миссии. Прежде чем приступить, не забудьте поставить лайк. Оставить свой комментарий. Обязательно отвечу. И подписаться, кто первый раз на канале. Возьму я Марс. Марс, как обычно, у нас будет. Ну, не как обычно, конечно. Марс. Я время останавливаю. Так, вот наш Марс. Тоже интересный такой объект. Масштабы тут невероятные. Так. Радиус у нас Марса 3390 километров. Такие показатели. Шапка ледяная. Тут все прекрасно. Только будет полный коллапс. Приступим. Все, у нас Марс тут с нереальной просто скоростью приближается к Урану. Я сейчас вообще тут размотаю так. Главное, по шапке прандаст ему. Главное увидеть тут расчет, тут гигантский, просто колоссальный. Кому интересно, можете рассчитать. Но тут, я не знаю, какой тут размах сейчас будет. Вау, ух ты, я даже ничего не... Что это было? Просто воткнулся. Надо время размотать. Кстати, Уран сбило с орбиты. Все. Да, что-то мы другое, конечно, ожидали. Ну, по крайней мере, я. Что-то там показалось, волна ядерная пошла. Да, в этой промиссии, можно сказать, в этих обновленной версии прям особо-то незначительно повлияло. Да, у нас Уран сбился. С орбиты сбился.
И все. И все. Не совсем вон. Вон. Все-таки порошил его. Волна распространяется. Ну, долгий процесс. Прошил уран просто. Насквозь. Вот она, ядерная волна. Да, удивительно. Сейчас разгоню еще. Все, уран просто слетел с орбиты Солнечной системы. Накрыть его, конечно, не накрыли. Вот так вот у нас вышло. Так, перейдем тогда ко второй части эксперимента. Если не длинный будет очень ролик, я, может, сделаю еще третью часть. Так, лишнее мы убираем. Теперь хотелось бы посмотреть в обновленной версии, на стандартной такой скорости, 60 тысяч километров в секунду. Ну, может, побольше даже. Так. Берем Марс. Сталкиваем. Летит. Да, Марс летит, все нормально. Так, разгоняем Марс. До 60, можно до 80 тысяч километров в секунду. Посмотреть в обновленной версии, что из этого выйдет. Конечно, я ожидал, если честно, в начале первого эксперимента другого исхода. Но обновленная версия, тут есть изменения свои. Удивительно, конечно, иногда. Так, ну, хотел 80. Сейчас я сделаю быстренько. Ну так где-то. Не знаю. Ожидание, что уран погибнет. Вот, пожалуйста, 80 тысяч километров в секунду. Но это только ожидание. И только иллюзии мои. Мечты. Да, Марс приближается. Довольно хорошая скорость. Я бы сказал, очень хорошая скорость. Очень-очень. 60 тысяч километров. Ну, у нас 80 тысяч километров в секунду. 80 тысяч километров в секунду. Планета. Частицы так не летают некоторые. Я имею в виду не со всех там атома, а частицы там, не знаю, от комет там еще, метеоритов, астероидов там не летают. А тут у нас планета целая. Да, вот тут мы уже, я жду уже другого исхода. Надеюсь, и вы ждете. Прошило просто. У нас Марс такой скоростью был. Просто прошил. Вау, идет столкновение. Вау, уран сейчас все на себе испытает. Этот, ух ты. Ух ты. Марс зарядил.
Входит. Ух ты, вот это да, вот это красотень стала. Вот это да. Смотрите, потерял газовую атмосферу. Уран. Ё-моё, смотрите, что стало. Увидели поверхность урана. Ё-моё, смотрите. Испарение прям бабах. Тут не видно. Да, урану тут досталось прям. Смотрите, внешний вид урана просто. Ландшафты, рельефы тут. Изменения просто невероятные. Вот это я понимаю. Исход. Вот мы увидели уран в своей красе. Во всем красе, короче. Хорошо так вошел у нас. Марс сюда. Что-то Марс тут поменялся, что ли, не пойму. Конечно, Марс таким размахом-то. Я сейчас ускорю весь этот размах. Урана тут досталось. Не горюй. Экстремальное столкновение у нас вышло. Очень экстремальное. Все входит. Входит. Обалдеть, конечно. Ух ты, ничего себе там. Отлетело даже. Обалдеть, конечно, все это смотрится. Уран такой внешний вид стал. А это типа прошило, смотрите, сзади. Да, интересно тоже в обновленной версии. Исходы. Но тут сложняк просто иногда столкнуть объект с гигантской скоростью. Вы не представляете, как сложно. Бывает, я несколько попыток делаю, и не раз. Ну, что не сделаешь ради эксперимента. Обалдеть, конечно, смотрится. Ух ты. Уран просто, я не знаю. Конечно, я знаю. Изменился. Уран изменился до неузнаваемости. Короче, смотрится. Все прикольно. Такое у нас столкновение. Просто вон, смотрите. Краснющий тут оттенок. Ну, уран, понятно, с орбиты улетел тут. Тут ничего другого и ждать-то не приходилось. Так. Я смотрю, как осветить тут. Ой, капец, короче, с ураном тут. Раскаливание просто идет. Да, вот так уран у нас тут пострадал от невероятной планеты, летящей с невероятной просто скоростью. Остывает, не видно уже, улетел просто в космос. Не видать в одиночество и пространство. Да, вот такие у нас экспериментики в наших роликах. Глобально все. Все глобально. Вот. Ё-моё. Вы посмотрите. Я осветил, короче, объект наш. Ё-моё, смотрите. Что стало?
Что стало с Ураном? Я просто в шоке, короче говоря. Не знаю, что еще тут сказать. Ё-моё, тут вода даже появилась тут. Кратер просто нереальнейший, просто. Наверное, самый огромный в Солнечной системе. Вы посмотрите только, что стало с Ураном. После такого столкновения вода тут. Ядерный синтез. Я, короче, в шоке. Не ожидал это точно. Такого я не ожидал. Смотрите, тут вообще полный крындец. Тут вообще непонятно, что стало с Ураном. Такой внешний вид у него. Да, ну тут шандарахнуло-то, смотрите, какой внешний вид. Кратер, прям очертание вон было. Просто нереально. Сейчас можно еще размотать. Ну, радиус 2900, как Марс стал. Марс 3300. Обалдеть, короче говоря. Обалдеть. Да, вот так вот у нас ландшафт какой стал на Уране. Все это смотрится просто невероятно. Так, перейдем тогда ко второй части. Хотел сказать, конечно, к третьей. Обычно уже Марс можно взять Венеру. Пришла у меня тут в голову мысль такая взять уже тогда Венеру. Чё, постоянно Марс брать? Можно взять Венеру и уже с обычной скоростью столкнуть с нашим Ураном. Так, сейчас я тут все поубираю, чтобы не мешало тут перед глазами. Берем Венеру. Венера у нас вообще отличная планетка. Это я вам точно говорю. Тут удивительная планетка просто. Вот Венера. Килограммы тут у нас радиус 6000 километров. Почти земной радиус тут. Значит, что у нас тут Венерка-то? Будем сталкиваться с Ураном. Вау, у нас Венера вообще удивительная тоже. В обновленной версии. Блин, ну тут нормально сейчас тоже будет, наверное. Сейчас быстро все сделаю, чтобы не затягивался прям чересчур ролик. Длиннющий выйдет. Да, сейчас у нас тут будет. У Венеры тоже, кстати, атмосфера такая. Раскаленная, можно сказать, Венера. Нормальная там температура. Четыреста шестьдесят четыре градусов по Цельсию. Вот это я понимаю, сейчас будет. Кратер интересный. На Уране останется. Вот в чем вопрос. Вау, вошел, вошел прям. Нормально тут. Бабах. Все, нету у нас Венеры. Венера быстро воткнулась. Вау. Что эти объекты это мне не дают захватить. Фрагменты тут разлетались.
Уран не могу захватить. Кстати, что с ураном у нас? Температура вон поднялась и опять скидывается. Венера влетела в Уран. Вау. Все. Все. Уран не заметил потери бойца. Да. Такой у нас вышел эксперимент. Венера вообще никак не повлияла. Зато наша большущая, просто невероятная скорость все поставила на свое место. Уран уничтожила, можно сказать. Попортила это точно. Уничтожить может не до конца. Ну, испортила, да. Так вот, будем заканчивать. Спасибо за просмотр. Спасибо, что ставите лайки, смотрите. Буду снимать дальше эксперименты. Интересные, веселые и где-то грустные. Всегда по-разному. Ну, тут иногда и грустно. Так что увидимся уже скоро в новом эксперименте, интересном эксперименте. Такого вы еще точно не видели. Всем спасибо, всем удачи, всем здоровья главное. И не болейте. Давайте. Ребята и девчата, пока.